الناس يأتي إليك يقول أنت الإمام أنت العالم أنت الشيخ أنت طالب علم. Некоторые люди приходят тебе и говорят: ты имам, ты требующий знаний, ты шейх и так далее. أريد أن تدعو لي. Я хочу, чтобы ты сделал за меня дуа. ماذا تصنع؟ Что тебе надо делать? تقول له خلاص أنا أعبد الله سبحانه وتعالى عنك وأنت لا تعبد. Я тебе спроси у него, что я должен теперь поклоняться вместо тебя за Всевышнего Аллаха, а ты не будешь поклоняться? هل نعلق الخلق بالخلق أو نعلق الخلق بالخالق؟ Нам нужно связывать создание с созданием или же нужно связывать создание с создателем? لا يمكن هذا. Невозможно подобное. ماذا نصنع؟ Что нам надо делать? إذا جاءنا إنسان. Если к нам приходит человек. وقال مثل هذا الكلام. И говорит подобные слова. نقول اسمع. Мы говорим ему слушай. الجميع مفتقر إلى الله. Все нуждаются во Всевышнем Аллахе. أنت تدعو لي وأنا أدعو لك. Ты делай дуа за меня, я буду делать дуа за тебя. ولا يمكن أن تترك الدعاء. И невозможно, и неправильно, чтобы ты оставлял сам. ولا يمكن أن الله أن أنا أعبد الله سبحانه وتعالى عنك. И невозможно так, чтобы я вместо тебя поклонялся. إذا كان لديك مانع من إجابة الدعاء حتى لو دعوت لك لا يستجاب. Если есть какое-то препятствие, из-за которого Всевышний Аллах не принимает твою дуа, сколько бы я за тебя дуа не делал, Аллах не примет дуа за тебя. لابد أن تفتش عن هذا المانع وتزيل هذا المانع حتى يستجاب لك. Поэтому тебе надо провести ревизию и найти, где та проблема, из-за которой не принимается твоя дуа, чтобы избавиться от этого. إذن لا يمكن أن نعلق الخلق بالخلق وكما يصنع بعض الجهال نسأل العافية والسلامة أنهم يأتوا فقط إلى العلماء حتى العلماء يعبدوا عنهم. لا يمكن. И поэтому неправильно связывать создание с созданиями, как это делают некоторые невежественные люди, приходят к ученым и так далее и просят, чтобы они поклонялись вместо них. على العكس هذا المبتلى هذا إذا كان لديه ابتلاء لديه مصيبة هو مستجاب الدعوة لديه سبب لإجابة الدعوة. Наоборот, даже если ты у тебя какое-то горе, какое-то несчастье, ты находишься в таком положении, что если ты обратишься к Всевышнему Аллаху, Аллах обязательно тебе ответит на твой дуа. نعم والله أعلم.